Два года тюрьмы условно. Такой вердикт вынес Парижский суд в отношении экс-президента Франции Жака Ширака. Суд признал Ширака виновным по двум эпизодам, которые касаются выплат членам партии объединения в поддержку республики за работу на должностях, которых не существовало. Речь идет о периоде с 1977 по 1995 год, когда Ширак занимал должность мэра Парижа. Сам Ширак не присутствовал в суде в связи с состоянием здоровья. У Ширака, заявляют медики, серьезные неврологические проблемы.